В Южной Якутии программа переселения граждан реализуется согласно срокам. Новые дома возводятся за короткий летний период. В городе появился новый квартал Сосновый, а в Серебряном Бору до 2018 года будет выстроен новый современный поселок. Подробности в сюжете наших коллег. Более 300 миллионов собственных оборотных средств компания «Рост» уже вложила для подготовки к этому крупному проекту, который реализуется в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда. Те кадры, которые работают в компании, это почетные, заслуженные люди с опытом работы, с 40-30-летним стажем, поэтому опыт работы у них имеется, и данный проект, я думаю, будет полностью ими реализован. Ведь помимо строительства домов будет произведена реконструкция инженерной инфраструктуры и внутриквартальных и подъездных дорог, включая установку детских и спортивных площадок, строительство парковок, скверов и зон для активного отдыха, а также комплексное озеленение. Здесь живу с 3 месяцев, всю жизнь мечтала, чтобы мой поселок был каменный. Сейчас прям душа радуется, что будет застройка. Мы ждали этого долго. Когда вселялись в это временное жилье, нам говорили, что будет у нас когда-то каменное постоянное жилье. Но наконец-то дожили. Это наш поселок. Мы здесь, можно сказать, живем с самого его основания. И сейчас на него смотрим со слезами и с грустью. И видя план застройки, надеемся, что все это сбудется, и мы будем жить в хороших, шикарных, благоустроенных квартирах. Компания «Рост» должна реализовать проект до 2018 года. Уже на сегодняшний день ведется строительство 15 домов. И до конца текущего года в теплые новые квартиры переедут жители аварийных домов. Согласно второму этапу, со следующего года будут построены 23 дома. Правительство республики направляется в приоритете деньги. И федеральные средства поступают тоже вовремя. Срок окончания. В 2017 году мы должны ввести все эти объекты по поселку. Компания «Рост» сегодня единственная, которая выполняет по заказу федерального центра и региональных властей такой грандиозный проект по строительству. И он для республики станет ключевым и показательным. А самое главное, что тысячи семей обретут новое комфортное для проживания жилье. Игорь Акимов, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.